Виктор, отец Юлии Началовой, вышел на связь с журналистами после того, как в СМИ попала информация о том, что певица была прооперирована. Он подтвердил, что артистке действительно потребовалось хирургическое вмешательство из-за проблем с ногой, которые привели к абсцессу. Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать, цитирует отца Началовой КП. Операция состоялась не сегодня, как утверждалось в некоторых СМИ, а еще пару дней назад. Из-за открывшегося в процессе кровотечения Юлия потеряла много крови. Врачам потребовалось время на то, чтобы стабилизировать состояние исполнительницы. Тем не менее, показатели жизненно важных органов за последнее время улучшились. Однако она все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Этой информацией поделился директор Началовой. Как она себя чувствует после операции? Лучше? Значительно лучше. Показатели жизненно важных органов улучшились. Состояние стабильно тяжелое, она находится в реанимации. Она в искусственной коме, сказала Анна Исаева. Юлия находится в столичной клинике с 11 марта. До этого она проходила обследование у специалистов в Риме. Артистка консультировалась по поводу лечения подагры.